Продолжаем играть с Хитмана. Тут, оказывается, еще есть режим зомби. Надо защищать как бы персонажа от... Пока человек чинит грузовик, нужно отстреливать зомби, которые пытаются на него напасть. Прокачиваешь себе урон, получается, скорострельность, навыки какие-то. Ну и играешь. Вот он как бы чинит грузовик, а на него нападают зомби. Так, теперь можно еще прокачать. Можно сделать шторм. Пока что ничего не надо. Продолжаем. И здесь сколько-то волн, и типа их надо все выдержать. Ну вот, а теперь можно прокачать что-нибудь, например, может быть, урон. И зарядка еще классная. Способности действуют так. Включаешь и... Двоих сразу. Главное своего не зацепить. Ну или можно в бочку, примерно он уже далеко. Срочно перезаряжаемся, пока его не съели там. Ого. Выжил. Вот бронебойность может понадобиться. Через стены даже можно стрелять, по идее. Да уж, сложно. Скорострельность надо прокачать, чтобы быстрее их всех отправлять туда подальше. Потому что как-то они набирают темп. Это уже босс. Сейчас мы его взрывом. Причем двойным. Ну все, он типа завелся и сейчас уедет. Вот, на этом все.
Ну и типа за выполнение всяких заданий постепенно открываются возможность прокачать. То есть выполнил ты, например, какое-то вот требование, и тогда тебе открывается возможность прокачать. Но чтобы прокачать, надо собирать монетки вот эти вот желтенькие. Вот это такой режим зомби. Долина смерти называется.